Мероприятия по выявлению нарушений правил торговли проходили в рамках комплексной операции «Курорт» в Центральном районе. Менее чем в 100 метрах от входа в детский сад был проверен магазин. Оказалось, что там торговали не только продуктами, но и сигаретами. Делать это в такой близости к образовательным учреждениям запрещено. На хозяев составлены административные протоколы. Санкции статьи предполагают крупный штраф с конфискацией запрещенного товара. 837 пачек сигарет изъяты из торгового оборота. По окончании проверки материалы будут переданы в суд. Мы просим всех жителей и гостей города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 либо 102.